Я хочу вам рассказать кое-что об этом мальчике Джо Кроуэле. Он был очень способный, закончил здешнюю среднюю школу лучшим учеником в классе. За это ему дали стипендию, чтобы он смог поступить в Массачусетский институт. Институт он тоже закончил первым в своем выпуске. Об этом когда-то писали бостонские газеты. Он бы мог стать замечательным инженером. Но началась война, и он погиб во Франции. Все его образование оказалось ни к чему. Включите свет, пожалуйста. Я помню этот спектакль «Наш городок». Он был показан в Москве в 1973 году. И я был в зале на первом представлении в Московском художественном театре, в филиале на улице Москвина. На меня этот спектакль произвел огромное впечатление. Я помню, как шел, почти бежал домой и плакал по дороге. Слез было больше. Ну, как-то вот так. Я почему-то помню, как переходил площадь Маяковского, возле которой мы жили, чтобы попасть на Брестскую улицу. Там было страшное движение. И эти потоки машин, и эти слезы соединились во мне в нечто одно, какое-то соленое и радостное послевкусие. Как это описать? Ну, как-то вот так. А дома я рассказал своим родителям, какой замечательный спектакль я видел.